это окончание. Как говорится, поменяли, поменяли, но теперь я иду на это поле, чтобы потом прорваться, надвинуть кучу народа и по третьей линии съесть. Я у папы Свешникова спросил, говорю, неужели вы это не знаете? Он там что-то там засомневался, потом пришел. Ну, я бегу туда. Почему я это делаю? Я бегу, все бегут, я откидываю короля сюда на G5. Ну, вот он придет сюда. Король идет, так, здесь получилось как это самое. Побили король F6, король D2, король G5. Король E2, сейчас мы просто идем по ходам, вот она позиция. Король F6. Пошел король Дима 2. Король идет G5. Я иду сюда, на Е2. Ну, бегу. Противник хочет. Кстати, есть одна из партий Крамника. Он выиграл у кого-то таким же маневром. Я иду сюда. Король приходит. И вот я прижимаю короля к этим самым. Теперь мне всю эту толпу пешек надо надвинуть. На G3 выменяться и королем пройти по третьей линии. Первое это показал вот это самое Рубинштейн. Почему папа Свешников, как говорится, но он был очень удивлен, когда ему сказал. Король пошел, значит, сюда, король G1. Ну, примерно игра такая была. Надвигаешь всю компашку свою. Король стоит. Ну, этот пошел, сделал ход B5. Тут главное что? Расчистить третью линию, ну, пешка на G3, и пойти туда. Вот мы смотрим просто, что у него это самое.